Во дворе дома номер 4 по улице Грушина чувствуешь себя, как в сказочном саду. Разнообразие цветочных клумб, ухоженная территория. Все здесь сделано с душой. Все очень хорошо, очень ухоженный двор. И это заслуга, большая заслуга жителей, активных жителей этого дома. Мы с председателем совета дома находимся на постоянном контакте и стараемся оперативно решать все заявки, все вопросы, которые возникают по дому. Жители делятся, что опрятный вид двора – результат совместных усилий. Каждый старается проявить инициативу. Нина Болотникова рассказывает, что чистая территория остается благодаря регулярным субботникам. Клумба – особая гордость, за которой тщательно ухаживают. Благодаря жителям нашего дома, очень активным, очень инициативным, была клумба создана. Вот этими, вот за этими цветами ухаживает и высаживает, и планирует, какие растения. Наша великолепная жительница Татьяна Николаевна, большое ей спасибо. Оценив облик дома и дворовой территории, приняли решение подать заявку на участие в конкурсе партии «Единая Россия. Лучший дом, лучший двор». Жители инициативу единогласно поддержали. Всегда приятно, когда твой труд по достоинству оценивают. Благодаря также не только моим усилиям, но и усилиям жителей, то есть наша администрация и управляющие компании помогают, делают все, что в их силах, как говорится. Вот на данном этапе сейчас вот делают крыльцо, то есть как могли заметить. Также жители принимают активное участие в благоустройстве. В конкурсе 4 номинации. Самый энергоэффективный дом, самый дружный, лучший подъезд и лучший двор. Победа не главное, главное – участие. Именно это и объединяет жителей. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.